Праздник для всех. В лондонском зоопарке раздали рождественские подарки местным обитателям. Например, тигр Асим получил сразу несколько коробок с мясными деликатесами, а компания лемуров с интересом изучала рождественские носки, в которые сотрудники зоопарка положили свежие сладкие фрукты. Съедобные подарки получили обезьянки. Кроме того, у них еще и новая кормушка в виде новогоднего носка.